saying to the child from a distance, "Come on now, walk." Мать кричит своему ребенку на каком-то расстоянии от него, что ну давай, иди. There's nothing more that a mother wants is to see her child walking instead of crawling around on the floor. И есть момент, когда все, что хочет мама увидеть, это то, как наконец ребенок не ползает навстречу к ней, а он уже самостоятельно идет. First of all, she's holding the child's hand and helping the child to walk. Сначала она держит его за руку и помогает ему делать шаги. Then at some point she comes and she takes a distance from the child. The child's standing and the mother says, "Come on now, walk." Но потом она отпускает его руку, отходит на какое-то расстояние и говорит, что ну давай, иди. And the child's like, и ребенок начинает так вот очень переживать. I don't think I can walk. Я не думаю, что смогу сделать и шагу без тебя. Just try, the mother says. Мама говорит, ну просто попробуй. Why does the mother say, try? Ну почему же мама говорит, что попробуй? Because the mother knows that the capacity to walk is within the child. Потому что на самом деле она знает, что способность ходить, она заложена в ребенке. Just like Prabhupada said, you don't have to teach a child how to eat. It's automatically known by the child. So it drinks its mother's breast milk. It's an automatic instinct that the child has. Шрила говорит, что точно так же не нужно учить ребенка, как есть, потому что он уже, это естественно заложено в нем, что он знает, как брать материнскую грудь. So he's saying, why you go to the university to learn to eat, sleep, mate and defend? Поэтому зачем вы отправляете свои эти университеты для того, чтобы вас там научили, как есть, спать, защищаться и совокупляться? The instincts are already there. Инстинкты уже заложены в вас. Anyway, back to the child walking. Но возвращаясь к истории о малыше, который учится ходить. So the child makes one small little effort to walk. Он делает дальше одну маленькую попытку, чтобы все-таки пойти. Two steps. Маленький шажочек. Then falls down. И падает. And do you think the mother is going to say, "Oh, child, you're useless"? И что, разве в этот момент мама скажет, "А, все, ты бесполезен"? Какой из тебя ходок? No, the mother says, "Well, that was good. You took two steps." Но нет, мама она наоборот одобрительно говорит, что нет, все в порядке, вот ты сделал два маленьких шажочка. Next time you'll take three steps. В следующий раз ты сделаешь их целых три. And then like that, this is how the mother encourages the child to walk. И вот так вот мама, она каждый раз вдохновляет своего ребенка ходить. So in the same way, it's the duty of the guru to try to convince the disciple or the followers, it's okay, you can do it. Подобным образом духовный учитель, он вдохновляет своих последователей, учеников, говоря, что да, все в порядке, ты это можешь сделать. Make one puri and that's it. Сделайте всего лишь одну пури. You'll make another one. А потом, через время, еще одну. Maybe the next time you make two puris. А в следующий раз, возможно, и два получится. Anyway, like this. Yes, you're like little children, covered over. Covered because you have been dancing to Maya's tune for so long. Вы подобны маленьким детям, которые из-за соприкосновения с Майей, они просто покрыты этой энергией.